Неделя шестая, тренировка первая. Анжелика, можешь помахать. Так, дорогие друзья, мы выбрали дистанцию Будапешт. Все заполнили, все. Зарегистрировались, да. Оплатили. На визу подали. Ну, практически подали. Так, дистанция у нас 200 комплекс, 100 брас и 100 кроль. Три дистанции. Будем уже потихонечку отрабатывать дистанции, но чуть-чуть попозже начнем, да? 200 комплекс нам в любом случае надо будет еще спину отработать, потому что у нас спина еще очень сильно отстает, и мы практически за нее еще не брались даже. Вот. Но после длинного цикла, получается, после этого, мы начнем уже отрабатывать спину, и ошибок на самом деле много, и я просто до них, ну, реально еще не добрался. Вот, первое задание в трубке. 400. Ноги дельфином, большим, ну, глаз, с доской. Также подтапливаешь. Вот. Смотрите, поясница у меня сейчас работает. Смотрите, хорошо очень накатывает. Поэтому я, в принципе, доволен, я пока не торможу. Пускай все. А? Рэк сгорел, и все 6 кубиков вышли разом. 6? 6. У меня все 8. Даже 8, да. Так, Анжелик, сейчас продолжаем тему. Одеваем лопатки маленькие. Ага. И на прижатую руку дельфином. Трубку можешь снять. 300 метров на прижатую руку дельфином. Так же, ладно? Ритм так. И сегодня у нас привязь. О! Да, да. Сейчас 300 метров. Делаешь 3 бассейна дельфином попеременно. Четвертый бассейн, возвращаешься дельфином с трубкой. Все, это 300 метров. Три попеременно, одна с дельфином. Ну, полной координации. Да, бластер прям дельфином. Я просто не успевала руки выбрасывать. Просто дожил, его не хватало, просто выбросить лишнюю из воды. Значит, они увязали в воде, у меня прогибалась поясница. Вот это все понятно, что происходило. Ну, сейчас получилось лучше, чем было. Ну, по крайней мере, ты уже дожимать начинаешь. Да, я понимаю. Вот, пресс нижний включается, и стопа, то, что мы ее тянем. Надо все-таки это, сейчас я над твоей стопой работаю, над нижним прессом, потому что для шага это, ну, прямо нам кардинально необходимо, прям очень-очень, вот. Но еще не на том уровне, но уже стопа гнется так, как надо. А, скоро поймаем, ничего страшного. Ты знаешь, что почувствовал, что как будто я пролетаю в воде, проталкиваюсь. Это прям обязательное чувство. Прям над ней надо пахать. Ну, в ластах это легче понять, в ластах и лопатках. И почему трубка, чтобы ты на вдох не отвлекал, чтобы ты поймал эту пазу. Вот. Ладно, идем дальше. Сейчас стрелочку на спине. 200 метров, спокойно. Вот, стрелочка на спине. Вроде бы очень простое задание, но ошибка многих людей, вот здесь грудная клетка, она дубается. В таком положении и ноги тонут, и ногами вот уровень воды уже не получается. Сейчас я Анжелике сказал, что надо подвернуть, поэтому должна быть все равно небольшая прям лодочка. Вот все готово. Ну что, давай с Богом. По 40 грибков, 4 раза. Отдых максимальный, у нас режима нету, отдышалась и пошла. Двигается потом. Тянет, вытягивает, отлично. Анжик, сила есть еще? Да. Слушай, я что-то тут подумал, да, взвесил немножко. Мы последнюю серию сделаем каждым стилем по разу. Вот как раз 4 раза 4 стиля. Одну дельфином, одну на спине, одну брасом, одну кролем. Самое прикольное будет брасом. Да. Самое интересное. Я больше
мозговом немножко жалеть. Мы в маленьких лопатках поплывем. Большие, большие ты не вытянешь дельфины. Ну, ломаться будет все. Жирик, ну что, ты молодец. Так начала подлавливать. Вот, ну пока просто физически еще не выдерживаешь немножко. А так молодец. Дальше продолжаем. Спину надо реально подтягивать, чтобы кроль подтянуть. Иначе они прям очень сильно взаимосвязаны. Пока у тебя хромает спина, кроль у тебя этот сейчас застопорится, он не будет идти дальше. Вот. Вот мы и кроль догнали. Ну просто самое прикольное, конечно, резина. Подъем убрать. Да, резинки. Ну, под конец все равно поясница будет гулять, пошли. Гулял уже. Не, вообще прикольно, нам уже 200 комплексов, как-никак на соревнованиях плыть, теперь уже потихоньку будем вводить. Дистанции мы выбрали, определились. Вот. Работа, непочатый край. Вот. Работа, работа. 3 месяца. Так, раз даже, по-моему, ровно через 3 месяца, когда ты, по-моему, 3 числа у тебя дистанция, 3 июня. Ты какое? 3-го. Анжелик, ты уже меня ждешь? Пока я за трубкой сбегал. Так, 400 метров кролем. 3 бассейна. Обычный кроль, 4-й под водой. 400 метров. Ладно, закупайся спокойно, не торопясь. Прочувствуй воду ладонью. Анжелика, вот они, лопаточки. Твои любимые. Сейчас кролем плывем. 300 метров. Сюда одной рукой, обратно другой на прижатую здесь лопатку. Без струкции. Оптимально? Да. Да, и там быстрее тянуть не надо, ты просто как бы слегка придерживаешь. Ты уже как с доской, понимаешь, на нее накатываешь, все. Выгребаешь так его. Ладно, идем дальше. Стрелочку на спине, 200 метров. Кроль. Анжелика, у меня для тебя сюрприз. Так, завязываем ноги. И в больших лопатках теперь плывешь. 300 метров завязанными ногами. Также твоя задача дожимать. У Анжелики опять ногу клинит. Но пока держится. Лика! Я тут! Анжелик, как нога отойдет? Дальше то же самое с лопатками, уже повторяем с колобашкой. Чтобы таз был повыше, ладно? Можешь, кстати, держать так. Не как обычно, а голенью.
нам пониже. Так. Да? Это полетело-то, а? О, вторая скорость включилась. По-моему, не стопу сводит. Идем дальше. 200 ноги брас. Туда. За спиной руки. А нет, давай просто с доской сделай пока 200. Просто спокойно. Закупайся, пускай ноги немножко оклемаются. Ну что, Анжелик, идем более экстремальные те задания. Отдохнула. Теперь с завязанными ногами руки брасом. Да, совсем. Какая колобашка? Нет, конечно. Сейчас немножко повыживать. Почему именно такое задание, Анжелейки? Наверное, все-таки смотрите. Здесь отрабатывается вход руки. Задача-то стоит не чтобы сильнее загрести, а плыть, наверное, за счет того, что руку она вкладывает. Вот. Ноги изолируем, чтобы лишних движений не было. И, соответственно, тут вход руки что-либо равно. Когда ноги завязаны, они немножко тянут вниз. И хочешь не хочешь, ты начинаешь ключевым суставом более в воду входить. И на именно такой манере включается весь нижний пресс, корпус, и вход руки выравнивается с завязанными ногами. Тут задача все-таки не поддельфинивать. Когда ты начинаешь поддельфинивать, иногда ритм сбивается, и все-таки ты начинаешь нижний пресс отключать. Ну что? Огонь, мне понравился. Я еще больше не понравился. Не, в целом нормально? Да. Неплохо. Так, ну что, теперь все это используем в кроле, все, что мы сегодня делали. Полная координация. Вот теперь 400 метров. Три бассейна, спокойно. Четвертый бассейн лупишь. Прям разгоняешь. Ох, как летит Анжелика. Ну я доволен, нормально. Мне прям нравится. Уже и зацеп другой, и уже положение в воде другое, окончание грибка другое, вход руки. Как бы уже есть трансформация. В целом я доволен. Теперь... Ладно, отдохнула. 200 брас. Туда руки за спиной. Обратно обычный брас. 200 метров. Закончилось, все, жду тебя на третьей тренировке. Неделя шестая, заключительная тренировка. Анжелик, мы будем с тобой сегодня отрабатывать то, что мы не сделали на прошлой неделе. Ты решила что-то заболеть не вовремя. Вот, поэтому мы сегодня... Как ты думаешь, что мы делаем? Вспоминай. 400 кроль, именно. Сейчас делаем разминку, руки брасом, ноги кролем. 200 метров, поднимаешься наверх. Жилик, ты знаешь, что я подумал? 400-ку тебе дать проплыть вот с этими вот лопаточками. Да. Ну мы не сейчас плывем. Сейчас ты их одеваешь, плывешь 200 метров. На прижатую руку дышишь. Шаг сейчас отрабатываем, ладно? Глаза усталые. Но оптимистичные. Так, ладно. Анжелик, сейчас идем дальше. У нас продолжаем сейчас пока разминаться. Около километра мы с тобой разомнемся, потом делаем 400. Сейчас 200 метров плывешь. В ту сторону обычный кроль, лопатка.
А нет, туда под водой, обратно обычный кровь. Туда под водой. Так, Анжелик, ну что, идем дальше? Давай-ка ноги сейчас немножко разработаем еще. Стрелочку на спине. Моя любимая. Да. Только туда кролем, обратно перекинем, ладно? Ладно, 8 бассейнов. Разминка продолжается. 200 метров с завязанными ногами. Носочки вытянуты, не поддельфиниваешь, ладно? Все, и после этого мы с тобой 400. Что это? Нет. Слило, что ли? Слушай, ну ты вообще мощно лежал, мне очень понравилось. Серьезно? Да, очень хорошо ты его сделал. Никаких лишних колебаний, ноги вытянутые на поверхности. И вообще, ну, само исполнение было очень хорошим. Ну, я по рукам почувствовала, да. Анжелика решила судьбу попытать. Не шевелить руками, с завязанными ногами передвигаться. Анжелик, как ощущения? Как ощущения? Что ты делаешь? Как-то я не знаю, как-то на автомате. А что, получилось? Да. Так я даже заснял. Как будто бы очень сильно назад сбежала. Ну, ты же это первый раз делал. Так уж поэкспериментировали. Ладно, отдыхай пока. Веревочку снимай. И на шею кому-нибудь. А Никита стоит. Ждет все веревки. Давай. Давай. Делает Анжелика кувырок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 4,53. 300 метров. Стоп! 3 пульса. 6.37. 10 секунд берешь, 20 отдыхаешь. Здесь берешь, 20 отдыхаешь. Здесь берешь, 20. Дальше отдыхаешь, короче. Молодец. Задача была удержать шаг, опору, не суетиться. Ты это сделала, было в среднем 15-16 грибков. Я считал, 16 было. Вначале я посчитал, но не снял, конечно, но было 15, да? Вот, теперь это развиваем. На мощность сейчас это все надо будет соединять, скоростную работу. Но главное, что ты сделала, то количество грибков, сколько надо было. Ну, мы вышли на шаг, да? Да. Ты молодец. Сейчас закупайся 200 брасов спокойно. Вижу, устала. Если бы еще брасом закупалась, а не на время было, знаешь, было бы еще лучше. Сейчас упражнение. Давай-ка мы с тобой сделаем восьмерочки в трех положениях. Да?
полтора месяца пройдены. Анжелика, ты молодец. Я вот сейчас даже смотрю, ну, по технике совершенно другое, ладно? Молодец. Ну все, отдыхаем, выходные. У тебя на следующей неделе.